Здравствуйте. Здрасте. А чем вы таким интересным занимаетесь-то? Пишу. Ну, рисую. Нельзя. А камеры зачем? Ну, просто записываю, как работаю. А почему такой план? Ну, чтобы было видно. Ну, то есть мне важно видно, чтобы было, что я делаю. Ну, то есть я снял то, что там, и важно снимать, что я делаю. Ну, чтобы на камере это было видно. Ну, для YouTube там. Я просто учусь на режиссерском факультете, поэтому мне стало так интересно. То есть, ну, смотрит обычно художник. Или кто хочет научиться рисовать. Ну, вот это видео. А вы... Я сильно отвлекаю, да, сейчас? Да нет. Нет, я и крупно снимаю, но в основном план видит, чтобы видно было палитру и картинку. То есть важно, ну, смотреть, что на палитре мешаешь и что... Ну, понятно, что с ассистентом лучше, когда человек может снять, там, как я мазок кладу, но это же я не могу сам сделать. Ну, вообще можете, по идее. Не, ну это, представляете, значит, я пришел на этюд. У меня задача написать этюд и еще снять. То есть я нифига не сделал. Нет, смотрите, вы же сейчас поставили штатив на определенной крупности. То есть сейчас видно, ну, то, что вы описали. А вот у вас есть вторая камера, например, да? Если вы поставите штатив вот где-то вот тут и возьмете крупно, то вы будете свой процесс снимать как репортаж на разных крупностях. А потом вы можете это смонтировать. Понятно. Ну, я так снимал, пробовал. Единственное, что штатив у меня второй тяжелый. Ну, это да. Вот, да, согласен. Ну, и плюс я снимал не на камеру. Камера через полчаса выключается. Ну, это Canon. Да, да. Поэтому я снимал на телефон, но как бы... А вот это хорошая камера, по-моему. Ну да, ну она неплохая, как она старая уже ей, сколько, она 11-го года. Да, как она называется? Sony, ну я не помню там какой. Ну, ладно. Там просто... Но она HD, не 4K, она уже такая, ну неплохая, в принципе, я снимаю, она... То есть это еще минус, она же, у нее нету стабилизации изображения, там если чуть-чуть резкость ушла, все. Да. Ну, в общем, ну понятно, да, согласен. Просто, ну, а мне просто самому интересно, я сам такие вещи никогда не снимал, но просто стало интересно, я с той стороны увидел. Понятно. Решил подойти. Хотите, снимите. Так это так, на самом деле, не я часто пишу, поэтому... В спешке просто. А? Ну, в спешке так обычно не делается. Нужно понять, что нужно сначала, а потом... Не, ну смотрите, я же тоже так не делаю в спешке. То есть я вот мотив выбираю. Это первое. То есть, смотрите, на несколько проблем. То есть, мотив должен быть заснежен, потому что если оно не заснежено, оно же не так выглядит. Понятно. Плюс солнце. Оно нестабильно зимой вообще. Да. Мороз. Да. Камера вырубается, да, на морозе. Вообще может просто взять и выключиться сама по себе. Не доставать, да. Вот. У меня уже сколько раз такое было. Раз, смотрю, камера выключилась. Да. На морозе. Вот. Плюс я иду, выбираю мотивы сначала. Ну, тоже как бы я снимаю, как я это делаю. А вот. Какой канал, YouTube-канал, как называется? Ну, Семен Кожин. Там, Саймон Кожин. Ну, я, у меня много наснято неправильно там. Семен? Семен Кожин, да. Семен Кожин. Ну, я начал только выкладывать, начал монтаж, я еще с этим не очень... Вот это? Ну, нет, это не мое. То есть, картинки мои, а канал... А как канал найти? Саймон Кожин, наверное... Английскими. Давайте попробуйте сами. Блин, у меня руки могут быть. Да ничего страшного. Просто интересно. Смотрю. С монтажом проблемы. Я только начал это осваивать. То есть у меня куча снято этих. Да я понимаю, это же не просто. Ну классно, что вот
Я могу чем-то, если помочь, то круто. Так, подвисаться. Все. Я потом посмотрю. Не, у меня как-то... А сколько видео идет? Примерно. По-разному. Я иногда... То есть вообще вот на YouTube я обратил внимание, что люди, ну, не смотрят, если не профессионалы, больше одной минуты. Профессионал может вообще там час-два сидеть. Mm-hmm. Ну, то есть ему интересен сам процесс от начала до конца, потому что, ну, это чисто обучающий такой момент. Вот, а так, конечно, 3 минуты люди смотрят. Ну, я смотрел статистику. То есть, когда ты делаешь ролик такой ускоренный, там с музыкой, народ нормально это воспринимает. Да, в этом и, конечно, это важно, чтобы... ну, чтобы... Вот есть в ГИТИСе говорили правильно, правильно, интересно, нет. Ну, то есть, вот это, например, недавно как раз я писал там кое-какую зарисовку, и мне человек сказал, что крупный план лица... ну, передает некую эмоцию его, да, как, и если, например, в вашей работе мы будем видеть, там, например, крупный план лица, то это как бы только будет лучше, ну, не, я понимаю, да, но... тут мы будем видеть перспективу в кадре, ну, как бы какие-то не, ну, вещи. В идеале, конечно, 4 камеры, да, одна туда все время, там, другая, там, может быть, как-то так, там, кто-то ходит с разных точек, тут же можно и оттуда снять, там, и с водой, с отражением. Ну, тут же можно понять, что, ну, я как художник понимаю, но я же не могу все делать сам. То есть я помню обо мне... Не, ну, камеру со штативом точно вы можете, ну, типа, еще одну. Да-да-да, согласен. Нет, так можно же как все сделать. Я тоже так делал. Я сюда ставил камеру, вот так телефон на палитру чисто, то есть сверху, да. Вообще. То есть, ну, тоже так делают художники, монтируют. А сколько у вас подписчиков? Ой, да, что-то 27. Я только-только начал все это развивать. Он был заброшен. Но я так в Инстаграме занимался, там было больше. Осторожно, Скарль, иди сюда. Но потом мне что-то стали блочить, и у меня как бы подписчиков много, но охват упал очень сильно. Не знаю, в чем дело. Ну, несколько лет назад там блоки. Ну, в Фейсбуке тоже, но там как-то попроще, как бы. Там тоже подписчиков много, но там охваты лучше стали. То есть они что-то поменяли. То есть я даже за раскрутку платил, вот у меня в Фейсбуке 20 тысяч подписчиков, сейчас охваты, ну, такие нормальные, по 1000 человек там, ну, то есть в неделю там несколько тысяч человек идет, вот, а в Инстаграме вообще не знаю, в чем дело, то есть блокировка, то есть у меня 3 аккаунта разных, я специально их там блокировали, завел в разное время, вот, и охваты очень маленькие, не знаю, с чем это связано, может быть, я что-то не, ну, что-то там поменялось, там говорят, риц вот эти надо делать. Вот. Я в этом не шарю, я просто увидел со стороны это и решил как-то. Ну понятно. Не, ну смысле. Обо мне как-то тоже чувак меня нашел, ну, из этого, из ГИК, сделал даже дипломную работу, называется «Творец неремесленник». Ну тоже так вот познакомились, он написал, хочу сделать. Короткометражный фильм он сделал? Да. Ну давно уже, в 2011 году. Вот, ну, в общем... Ну, интересно, круто, парк это. Вот, а так у меня этот друг, который закончил в ГИК профессионально, он как бы оператор там и, ну, в общем, там всякие ролики снимает. С кино я тоже по-разному там связан. Что еще делал? То есть я ему для диплома нарисовал картинку, он кадр ставил там, ну, то есть ему что-то было надо. И еще я делал такое, как бы, ну, как бы именно что рисовал. Пельш снимал фильм «Люди, сделавшие землю круглой». И когда они только-только собирались грант получить, я рисовал. Ну, то есть, как бы, потом делали другие художники. Вот. Но в титрах я указан как художник, что, в чем прикол. Вот. А я рисовал комиксы. Угу. И потом они просто на основе того, как бы я стилистику придумал, они уже все сами там на компьютере делали. А пока они грант не получили, то есть, чтоб с чем-то было идти, я рисовал. Понятно. Рисовал только вот эти вот. Ну, то есть это все равно в фильме есть, используется там, но это как бы так не суть. Ну, я напишу вам, если что. Хорошо. Да. Видите, блин, тут еще бомбят. Да, понимаю. Может, что-нибудь... А почему такой, ну, как бы, вот этот именно? Не, ну, мотив красивый, что солнце было, оно сейчас ушло. Когда солнце играло как-то все, сейчас вот видите, оно в такую погоду, ну, не так интересно. Я писал в другом месте в пасмурную погоду. Мне просто интересно, я как бы не оцениваю. Нет, ну, смотрите, как бы у меня задача в этюдах, да, я могу и большую работу писать, но с большой работой, как бы я вот выходил недавно, да, то есть нужно стабильное состояние, потому что часто оно меняется. То есть, ну, вот если я сделаю фотографию, да,
может быть, вы обращали внимание, она не видит всех цветов. То есть она, то есть, грубо говоря, она сейчас все сделает таким средним, как бы. То есть вот глаз видит по-другому, он видит нюансы. Да, я понимаю, конечно. А задача этюда именно передать эти вот цвета. А, все, я понял. То есть у меня, ну, нет задачи там веточки прорисовать, да, то есть. Я понял, понял, понял. И оно здесь откладывается, то есть если я потом что-то буду делать уже там по фотке, я здесь у меня отложилось и... Ясно. Ну, то есть как-то так. Хорошо, я Гога. Да, Семен, удачи. Очень приятно, всего доброго. Я вот тут осторожно пойду только. Да ничего, не вчера, да, там уже кто-то протоптался. Собака уже не лает. Да не, она обычно вообще не лает. Не, ну, должна, хозяин все-таки. Мало ли что. Всего доброго, Семен. Да, всего доброго.